А это я с выставки Мошкина Валерия. Зашел в соседний новый зал, открылся у нас, что очень-очень-очень радостно. Справа от входа открылся еще один зал, очень хороший, прекрасный. Залы, их здесь два. И я хотел сказать пару слов про Мушкина, хотя, собственно, в разговоре с Днепровским мы уже много сказали. А тут на контрасте я попал вот в этот зал так называемых фотогравюр. И вот на этом контрасте мне как раз хочется провести сравнение. И, может быть, действительно сказать про Валеру Мошкина еще пару слов, то, что я там не договорил. А потом провести вот эту параллель. Начну с хорошего по отношению к Валерию Мошкину. Дело в том, что я вот сравнивая его работы, вот сейчас рассказывая тут нескольким людям про свое отношение к этой фотогравюре, так называемой фотогравюре, сравнивая с ним, безусловно, Мошкин художник, а вот это я не знаю что. Так вот, в этом отношении, конечно, Валера большая величина, что там говорить, мастерюга, труженик. Ну, все, все, все. Вот мне не хватило в нем его 10, вот сегодня, да, не хватает. Еще бы жить ему еще. И вот за эти бы годы, может быть, он бы и ко мне прислушался, потому что я ему это говорил, поэтому я сейчас могу это сказать. Валера, говорю, ну, когда ты вот не Сальвадором Дали станешь, а Мошкиным, в конце концов. Ну, оказывается, все-таки Мошкиным он стал. Его знают, как Мошкина. Ну, я все время в нем видел какую-то вот эту вот, как сказать, вторичность. Все-таки мне всегда казалось, Я самое главное, что я все его работы видел порой. Вот сегодня я увидел их впервые в таком собранном огромном количестве. И я был поражен. Конечно, был поражен, потому что для меня Валера Мошкин был всегда художником, к которому я приходил там в мастерскую, он кропал какую-то работу одну. И я их видел, собственно, у него по одной. Вот. Мы их обсуждали, говорили и делали. Я их видел по одной и не видел в таком общем количестве. И вдруг оказалось, когда их собрали все вместе, то это просто гигант. И я по новой его зауважал. Раньше его любил, и сейчас я его зауважал. И, конечно, ему не хватило 5 лет, чтобы вот этот свой мощь, эту свою, вот эту вот свою фантазию обратить на какое-то явно свое, явно наше. Вот. Все-таки я там вижу Мошкина иркутского Сальвадора Дали. И я уже сказал, что это не лучшее определение для художника, когда тебе в такой выставке делают анонс, что это иркутский Сальвадор Дали. В этом определении выразилось очень многое, что меня сомневает при всем том восторге, который я имел.